Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, ну и т.д. Эти слова из интернационала в ТМК «Грин» были в очередной раз творчески осмыслены и воплощены в жизнь. В этой части «Орла», где действительно постоянно что-то строится и открывается, был построен и новый музей с позитивным названием «От основания и затем». Здесь пока ведутся работы, и что бы такое еще сделать, спросили, например, у специально позванного консультанта, кандидата исторических наук, почетного гражданина Орла Ивана Мосякина. Лаконичность этого музея не позволяет здесь выставлять какой-то большой предметный ряд, связанный с историей Орла. А вот печатная продукция, которая очень много у нас в Орле, связанных с историей, она должна быть здесь представлена. Я поделюсь имеющимися у меня вещами. Да, пока это больше фотомузей, информативные стены из фото и подписей, но в перспективе экспонатов должно стать больше. Фонд пополняется благодаря местным предприятиям, как-никак тоже история, общественникам, например, пионерской организации, благодаря поисковикам и патриотическим клубам. Татьяна Шарапова, которая здесь за главного, предлагает всем орловчанам, кому интересно соавторство в подготовке здешних экспозиций, нести в музей историю. Хотелось бы, например, сказать об военно-историческом поисковом клубе «Дороги войны». Вот на их примере они оказали нам серьезную помощь в подготовке экспонатурного ряда для заполнения витрин, что касается тематики «Орел – город воинской славы». Музей в первую очередь рассчитан на приезжих, чтобы разобрались, куда в Орле сходить, какова его история и даже каких деловых партнеров здесь можно найти. Но на ищущих свои корни и новые впечатления орловчан музей рассчитан тоже. Откроется с 3 августа. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».